Необходимые меры предпринимают и на производствах. Например, на швейной фабрике в Ировском районе сейчас особое внимание уделяют изготовлению средств защиты. Все работники трудятся над производством масок и специальных костюмов. Побывал на фабрике Хеток Плиев. Выверяя каждый миллиметр, сотрудники швейной фабрики в Чекале шьют защитные маски. В день здесь изготавливают порядка 2000 таких масок. Каждая выполненная единица к плюс зарплате. Но это не главное, говорят сотрудники. Гораздо важнее помочь людям. А скажите, пожалуйста, работы прибавилось у вас? Да, очень даже добавилось. Мы стараемся для медицины, чтобы меньше людей болело. Медики нам сильно помогают. И... возможно, в силе мы будем тоже им помогать. Спасибо им большое. А еще здесь шьют защитные костюмы для медперсонала. В день выпускают несколько сотен. Этот защитный костюм из вязи. Тело полностью закрыто и даже глаза. Плюс ко всему костюм можно подвергать термической обработке. Еще он многоразовый. Их основные и единственные заказчики – больница Северной Осетии. К производству защитных костюмов и масок здесь приступили совсем недавно. До этого на предприятии изготавливали рабочую одежду по заказу «Газпрома». Но после того, как появилась опасность распространения коронавируса на территории республики, пришлось перепрофилировать производство. Мы тоже, в принципе, живем в этой республике. И мы тоже хотим какой-то свой вклад внести вот в этой борьбе с коронавирусом. Вот как я сказал, здесь работают немножко другие мотивы. И вот из этих соображений мы, конечно, пошли навстречу. Ежедневно здесь трудятся порядка 50 человек, но и их недостаточно. У нас есть потребность в швеях, в закройщиках, в механиках и в главных специалистах, технологах, конструкторах. Общая потребность на сегодня, наверное, от 30 до 50 человек. Помимо фабрики в Чекале, такая же есть и во Владикавказе. Там ведут такую же работу. Производство средств защиты сейчас в приоритете. Ведь главное – не допустить распространения опасного вируса. Хеток Плиев, Хеток Гапоев, Хеток Туаев. Новости Осетии.